Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы посвятить видео очень важной и животрепещущей для меня теме. Вы, наверное, неоднократно видели на моем канале, там может быть около десятка, может быть чуть более, видео, посвященных психотерапии, психокоррекции, как в целом каким-то теоретическим вопросам, так и частным. Ну и, конечно, особый упор я делал в этих видео на российской действительности, на том, что происходит в нашем психологическом мире, в Российской Федерации. И про ЧОС психологически рассказывал, и про подходы различные новых и старых каких-то апологетов психотерапии, психокоррекции и так далее, и так далее, и так далее. Было много видео. Упоминал о трех китах психологического здоровья, а именно о целеполагании, доверии человека к самому себе, то есть способность его доверять самому себе, четко ставить перед собой цели и быть адекватным в этом смысле, в психологическом смысле, в психологическом отношении. И хотел бы рассказать небольшую историю. Буквально во вторник произошло примерно следующее. Значит, в большом кабинете, в лаборатории, у нас там установлены компьютеры, и, соответственно, есть небольшой уголок отдыха. То есть, представьте себе такую картину. Там несколько кресел, небольшой диванчик, столик такой журнальный для чаепития. И вот, значит, во вторник, уже где-то ближе к концу рабочего дня, во второй половине дня, сидят за этим столиком три моих сотрудницы, девочки-психологини, в общем-то, уже в некотором смысле опытные, молодые девушки, то есть они молодые психологи. И буквально в другом конце этого помещения, за столами, мы сидели буквально голова к голове со своим коллегой. Более 20 лет мой друг, хороший друг, проработал в области психиатрии, психотерапии. Я много с ним советуюсь, многие мы с ним обсуждаем вопросы, как конкретные какие-то рабочие моменты, так общетеоретические моменты и подходы, как в психологии, так и в целом в научно-практическом центре нашем. Ну и, значит, мы сидим, разговариваем там о чем-то своем, особо там не участвуем в разговоре моих трех психологинь, а они сидят, пьют чай. Кофе, чай у них там, печенье, тортик какой-то они сбегали, купили. Вот три девушки молодых, симпатичных психологини сидят и разговаривают между собой. Мы краем уха погружены в свою тему, но тем не менее краем уха слышим, что они там разговаривают о психотерапии. То есть они рассказывают о каких-то курсах, которые каждая из них там проходила, о каких-то особенностях, интересностях, приводят какие-то примеры, рассказывают о каких-то своих или чужих случаях психотерапии. В общем, у них там интересный разговор такой, спокойный, за чаем, они сидят, пьют чай, тортик кушают и разговаривают. Градус постепенно у них повышается разговора, то есть они все больше и больше, значит, обостряют его, о чем-то спорят, начинают спорить. Мы с коллегой, значит, с другом с моим сидим, в общем-то, о своем разговариваем, не замечаем, у нас не менее важные темы. Но, тем не менее, слышим, что они обсуждают психотерапию, приводят какие-то примеры из источников, там спорят о Юнге, Фрейде, каких-то современных упоминают апологетов, как я уже говорил, то есть рассказывают друг другу какие-то интересные вещи именно вот из этой области. Это продолжалось, наверное, минут 40, может быть 50, вот мы там с другом сидим в одном конце комнаты, кабинета, они там вот в этом уголке отдыха пьют чай. И уже буквально вот минут 50, может быть больше даже, значит, у них там очень жаркий спор. Мой друг, в общем-то, мы краем уха слышим, о чем они говорят. Мой друг к ним поворачивается. Все три психологини его прекрасно знают, уважают, то есть прислушиваются. Он действительно очень опытный, очень хороший специалист в области психического здоровья. Он к ним поворачивается, смотрит на них, и какая-то вот пауза возникает. Они на него смотрят. И он так очень спокойно, медленно и весомо, как это он умеет. Ну, действительно такой человек.
Очень знающий поворачивается к ним и произносит одну простую фразу. Сейчас я вам эту фразу покажу. Вот представьте себе в этой тишине, то есть они замолкают, он к ним поворачивается, обрывает наш с ним разговор буквально вот на полуслове, оборачивается к ним, они сидят там с кружками чая, и он произносит следующую фразу. Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью. И сообщает, что это Антон Павлович Чехов. После этого затянувшаяся пауза. Мои девушки сидят молча. Друг смотрит на них, как они реагируют на эти вещи. И они осмысляют эту фразу. Потом говорит, одна из девушек, Екатерина, говорит, можно еще раз? И Константин, Костя его зовут, моего друга, он к ним также в полоборота больше разворачивается к ним и еще раз произносит эту же самую фразу. Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью. Антон Павлович Чехов. На этом, в общем-то, мое видео, наверное, можно завершить. Для размышлений есть много чего подумать, что происходит у нас в России, в обществе, в области помощи людям. В плане психотерапии, психокоррекции. Да, существует теория, существуют различные подходы, апологеты современные, то есть психотерапии, психокоррекции, занимающиеся этими вещами. Ну, вот такая фраза из 20 века. На этом, наверное, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.